Стоянка на площади Горького стала платной. Стоянка рассчитана на 54 автомобиля, один час стоит 50 рублей. Платить, казалось бы, никто не любит, но большинство опрошенных нами сегодня автомобилистов были довольны платной парковкой. Раньше здесь невозможно было припарковаться. Сейчас я, правда, не знаю, сколько это стоит. 50 рублей в час. Ой, вполне устраивает. Я больше часа здесь не проработаю. Зато есть всегда место. Хотя бы где-то на площади Горького можно будет поставить машину. Можно припарковаться спокойно. И не переживать, что машину увезут. Проще заплатить 60 или 50 рублей, сколько сейчас стоит, не знаю, чем потом за 2-3 тысячи рублей выкупать машину со штрафстоянки. 50 рублей в час, ну, в принципе, нормально, потому что здесь обычно вообще нельзя было припарковаться. А сейчас хотя бы на 50 рублей в час Макдональдс приехал, на 50 рублей дороже обед будет. Я езжу часа на 2, скажем так, в принципе, для меня это немного. Это меньше геморроя, скажем так, чтобы где-то поставить машину в другом месте и переживать, что либо ее могут эвакуировать, либо она будет где-то совсем далеко на другой улице находиться. А вы почему не заехали на платную стоянку? Ну, мы здесь, потому что сюда ненадолго, прям быстро пробежали, поэтому смысла туда на платную парковку нет. Я только сейчас первый раз увидел, что она это, чуть с разгона туда не въехал. Вот, если бы я знал, что там платно. Там платное или там есть бесплатное время, вы не знаете? Платное, нет. Только платное. Только платное? Ну, не знаю, я думаю, нас особенно не спросили, будем привыкать просто к этому. Теперь буду знать на будущее. Я сейчас на 10 минут приехал всего лишь. Сейчас туда-сюда и могу уезжать, да. И уже должны 50 рублей заплатить. Да, не сильно приятно. Ну, могли бы не всю территорию это сделать платную, могли бы хотя бы половину, чтобы также люди могли бы и бесплатно припарковаться. Я думаю, скоро начнут нарушать, вставать где-то рядышком, чтобы быстренько сбегать куда-то здесь по делам, сэкономить 50 рублей. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде 4 платные парковки около Московского вокзала, улица Рождественская, рядом с Центром международной торговли, а также вот площадь Горького, как вы видели. Однако в течение этого года число платных парковок может быть увеличено до 56. По крайней мере, такие планы были озвучены городской администрацией. В течение 2018 года практически весь центр города Нижнего Новгорода будет охвачены платными парковками. Это улица Ковалихинская с двух сторон, улица Большая Печорская, улица Минина, Верхневолжская набережная, улица Ильинская, улица Звездинка. Ну, то есть достаточно много и достаточно протяженные улицы. Для меня, например, если я приехала на какое-то непродолжительное время в какую-то организацию, например, в какой-то торговый центр, вот, ну, 50 рублей в час – это доступная стоимость, которую можно заплатить. Но если, ну, человек приезжает на целый день парковаться на работу, то это уже получается 400-500 рублей в день. Это, конечно, очень дорого. Кстати, как сообщили в городской администрации, хоть час и стоит 50 рублей, но первые 15 минут будут бесплатными.